Друзья, добрый день. Меня зовут Лысинок Евгений, генеральный директор сети Viking Touristic. Сейчас я нахожусь в Сетонии, это Греция, полуостров Сетония, Агиас Николаис, ближайший потолок и поселок, извините, пожалуйста. И мы находимся, будем фиксировать отель Ассамарис. Вот он. Отель уже полностью продан, он стоит на стопе. Сейчас здесь много отдыхает туристов с детьми. Вот здесь вот дорога. Ресепшн отеля. Отель на первой береговой линии. Тип номера Family Bunk Bed. Одна большая кровать на пьедестале таком бетонном. И вот еще две кровати. Кондиционер индивидуальный. Плазменный телевизор. Здесь ванная комната. Душ, кабинка. Шторка, извините. И выход на балкон. Балкон большой. С видом на горы. Внутренний двор и на пляж. Пляж мы видим песчаный. Отель продается на раннем бронировании в основном, потом он распродан. Есть сушилка для вещей. И еще раз мы его снимем. Покрытие здесь плитка. Есть бассейн. Вот он. Это у нас пляж. Номер 208, семейный, двухкомнатный. С видом на море. Большая кровать. Покрытие плитка. Комнаты дверью отделяются. Вот вторая комната отделяется дверью. Вот такой, смотрите, какой прикольный тут комод, стол, плазменный телевизор большой, кондиционер индивидуальный, зеркала. Вот одна кровать, вторая. Большой балкон с видом на пляж. Здесь такой большой стол, массивный. И вот красота какая. Вход песчаный. Еще раз давайте сниму, все быстро. Ага, ванная комната, я вам показал. Здесь туалет, душ, шторка, одна раковина. И вот дверь, как я говорил, можно закрыться, отделить комнаты. Номер 203 Junior Suite. Покрытие здесь у нас паркетная доска или ламинат. Плазменный телевизор. Здесь две кровати. Здесь еще две. 4 спальных места. Вот такая вот перегородка есть. Ванная комната. Фен, две раковины. Душ обычный. Есть халаты. Балкон большой. С видом на пляж. Кондиционер здесь индивидуальный. А это делюкс.
бывший стандарт, 214 номер. Одна кровать, одна большая, три кровати, плазменный телевизор, кондиционер, обновленная ванная комната, фен, душ, кабинка. Здесь тоже есть сушилка на балконе. Балкон с видом на море. Бассейн. Сейчас бегу на пляж, покажу вам. Вот воду. Если коллега подсказывает, что не верите, что там нету камней дальше в воде. Тут песок насыпной, шезлонги. Их много. Рядом с отелем. Вот что мы тут видим. Там видно какие-то большие камни есть. Здесь мелкая галька. И вот здесь вот тоже галька небольшая. И вот там вот видно, что какие-то такие камушки есть большие. Большие булыжники там или плита. Вот он весь отель. Бар на пляже. Здесь прямо бар в бассейне. Главный ресторан, судя по всему. Релакс-бассейн небольшой. Вон там вот детская площадка есть. Главный ресторан. Фрукты. У нас не так много времени, поэтому я так быстренько пробегусь, чтобы меня мои коллеги не ругали. Hello. Ну вот вы видите, что здесь можно покушать. Суп. Ну, в принципе, все. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. С вами был Лосинок Евгений.